там никто не говорил про видео, как тут некоторые жены военных написали обращение. А, да, про танковую, этот, про танковую бригаду. Да. Девизка или как она, танковая девизка или что-то. Видел это обращение. Я говорю, я их понимаю прекрасно, то, что, блядь, они уехали, все мужья, уехали на это, на учение, а приезжают, видишь, не все с этих якобы учений. Сначала уехали на учение, а потом оказалось, что спецоперация, а эта спецоперация превратилась в войну. Ну да. Прекрасно их понимаем. Да я тоже понимаю, но что толку-то от этого? От этого ничего толку не будет. Судья нас ничего не сможет сделать, их вернуть. Никак не сможет. Нет, конечно. Он Путину сам напрямую спросит, да брось, перестань, да не было такого никогда. Ну, Путин ему скажет, ну, я рад за тебя, мне похуй. И все, как у меня команда постоянно говорит. Я, говорит, рад за тебя, и мне похуй. Еще. Видим, блядь. Хотя бы домой бы, хотя бы на месяц нахуй пустили, что ли. Хотя бы на месяц нахуй. А я бы сделал бы так, что я потом бы не вернулся. Я знаю. Я бы сделал так, чтобы ты точно не вернулся туда.